Уважаемые зрители, на почетные участники матча первенства Ассоциации имени футбола «Золотого кольца» команды «Князь Владимир» город Владимир и команда мини-футбольного клуба «Рокада» город Ярослав. Перед началом сегодняшнего матча небольшая торжественная церемония, посвященная награждению капитана команды «Князь Владимир» Дениса Шишкина. Шиша! На площадку приглашаются участники церемонии награждения. Заместитель, первый заместитель главы администрации города Владимира Владимир Александрович Горев. И арбитр международной категории, первый вице-президент Межрегиональной Федерации футбола в залах России Виктор Иванович Рузанов. Денис Шишкин приглашает судейскому столику. Он награждается благодарностью администрации города Владимира. Миша, его тебе передали. Рано. Прежде всего, хочу поздравить Дениса с его великолепным юбилеем. Этот человек важен. Наверное, основе, я не боюсь этого слова. Он неоднократный чемпион обладатель Кубка города Владимира. Неоднократный победитель Золотого кольца России по мини-футболу. Обладатель Кубка России по футзалу. У него достаточно званий и естественно достижений. Этот человек играет в любительской лиге, но тем не менее у него профессиональное отношение к делу. Значит, его легко судить, ибо он никогда из-под тишка не ударит своего противника. Поэтому высокотехничный профессионализм у него проявляется повсюду, как на работе, так и в быту. Поэтому Денис, значит, да, многочисленные спортивные достижения. Да тот вклад, который вы носите развитие физической культуры и спорта в городе Владимире, областная федерация футбола во главе с Лев Павловичем Антоновым, президентом, награждает вас в связи с вашими юбилейными благодарностью и ценным подарком. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, больших творческих успехов в повседневных делах этого года, свободы в темном, дальнейших спортивных успехов, быть настоящим человеком, какой ты сейчас есть. Спасибо. Заметил, что Денис Шишкин является многолетним капитаном команды, сотрудником Министерства внутренних дел России.
Номер 17, Кирилл Коколин. Номер 82, Сергей Стивен. Номер 5, Сергей Дубылев. Номер 23, Евгений Играна. Номер 15, Сергей Кузнецов. Номер 8, Сергей Гаврилов. Номер 11, Евгений Шабаш. Номер 7, Алексей Дугин. Номер 25, Евгений Никитин. Главный тренер команды Евгений Дмитриевич Копаев. Команда «Князь Владимир», форма белая. Номер 1, Евгений Нижин. Номер 2, Денис Шишкин, капитан команды. Номер 3, Олег Данилов. Номер 4, Олег Дегтярев. Номер 5, Максим Ахмахов. Номер 6, Даниил Карев. Номер 7, Артем Евгеньевичу. Номер 8, Андрей Павлипов. Номер 9, Сергей Антонов. Номер 11, Александр Гордиков. Номер 17, Роберт Ахмахов. Номер 20, Алексей Денисов. Номер 37, Михаил Кирьянов. Номер 19, Михаил Брявов. Yeah.
Thank you.
Там в этом вентиляция наша. Сейчас видим, что мы начали.
Thank you.
Thank you.
Владимир, 8 игр,
четвертом месте команда мини-футбольного клуба «Тверь». Мощный лидер 9 очков. На пятом месте «Искра» города, 7 игр, 3 очка. На шестом месте «Я живу» Авангард «Ярослав», 7 игр, 3 очка.